столица Лаоса, Вьентьян, в эти дни стала местом встречи президентов, премьер-министров и глав дипломатических ведомств из стран АСЕАН и их партнеров по диалогу. Здесь прошли встречи участников ассоциации в разных форматах, а также 19-й Восточно-Азиатский саммит. Премьер Госсовета КНР Ли Цян по прибытии в страну отметил, что с начала этого года Лаос делает активные шаги как председатель АСЕАН. Особенно в русле практического сотрудничества. Это формирует консенсус между всеми сторонами, помогает выстраивать сообщество АСЕАН и продвигает партнерство в Восточной Азии. Пекин поддерживает ассоциацию, ее центральное место в региональном сотрудничестве и растущее влияние на международные дела, подчеркнул Ли Цян. Он также отметил, что Китай готов провести углубленный обмен мнениями и вместе с другими странами помочь региону стать центром глобального развития.